Гарантированная аркана. За прохождение испытаний Рошана на Эпиклуд, да быть такого не может. Сомневаешься? Ну тогда можешь не спускаться в описании этого ролика, ведь там лежит ссылочка на книгу Рошана с испытаниями. И еще раз, гарантированной арканой. Получить этот гримуар с челленджами ты можешь бесплатно, а не за 500 рублей, только по специальной ссылке в описании. Я не шучу, ты просто получаешь книгу, выполняешь 15 простых заданий, забираешь призы и в конце получаешь аркану. А по пути также лутаешь шмотки из кейсов и ежедневного топа предсказателей. Эти предсказания, кстати, тоже можно делать абсолютно бесплатно. Короче, ссылку на все это счастье и на промо, который даст тебе 15% к балансу, я оставлю в описании. Переходи. Что за хуйня, блядь? Когда умрут все в мире люди и воцарится... Да иди нахуй с такими треками, ты ебанулся, Котос, блядь! Какая нахуй, я не этот трек думал, блядь, это не то. Просто ненормальные типы. Осуждаю максимально! Вы что, ебанутые, блять? Я так чувствовал, что в этом треке какая-то хуйня будет. Осуждаю и крайне не одобряю такую музыку, и я такое не слушаю. Не надо мне такое ставить, блять. Хуйню сатая. Хуйня это ты, понял? Люди донатят, а ты скипаешь. Ну и что? Так не нужно донатить осудительные вещи, или что ты, блять, за хуйню несешь? Так, у нас бомжа в миде, кстати. Так, ну на Акселе сок. Так, посмотрим, в этой игре у меня подпивасы или нормальные типы. Просто понимаете, я реально в каждой игре показываю скилл. А чуваки просто заходят под пивко пошпилить. Понимаете, подпивасы, блять. Ну что, проверим, подпивас на миде или нет. Согласны? У чьего мидера будет больше фрагов к 15 минуте? Ты здесь ничего не решаешь? Я забыл, здесь все кто решаю. Тебе кости в будку какую кидает будку, в льва? Блядь, что ты какие кости? Ты несешь? Клоун это ты, скажем, понимаешь? Это значит, ты здесь клоун, который приходит, донатит скажем, мне деньги сосать. И типа клоуничает, понимаешь? Сосать. Поэтому клоун здесь ты, нахуй. А я здесь все решаю, я местный пахан, нахуй. Понимаешь, я главный здесь. Говно на лупа, веня херова, даруй летит. Колонка, шлюха, шуба, ебла. Не надо мне такое донатить, вы заебали, это не смешно было нахуй, никому, понимаешь, никто в чате не смеется. Понимаете что, голосовые донаты, я вам сейчас попытаюсь объяснить суть. Голосовые донаты, они нужны не для того, чтобы быть клоуном и донатить какую-то хуйню осудительную или просто хуйню. А для того, чтобы адекватный человек мог что-то спросить, что-то пожелать. На стриме, понимаете? Они просто клоун сейчас здесь и хуйней всякой заниматься. СФ против бомжи на миде. Ставка открыта. Смотрим, что у нас бомжа СФ. Тут идет драка. Ну, вообще, скажу честно, я слабо себе представляю, что бомжа убьет СФа. Вот СФ может ее поймать. Просто как этим персонажем можно в миде кого-то убить? Но только если СФ пыканет и куда-то пойдет под башню там и на разврате там какую-то волну с леса там, я не знаю, что-то такое. То есть, потому что по-другому я просто не могу представить, как можно СФ в миде убить. О, мой тиммейтик на байбеке, это я... Неудивительно, это неудивительно. О, смотрите, там уже шейкер 2-0. Успокойся, все нормально. Успокойся, все хорошо. Не, все, мне похуй. Ему похуй, он ко мне, я надеюсь. Просто играешь и все, хоть 0-10, главное играешь. Тебя же никто не душит, не говорит, что ты хуёвый там и так далее. Нет, ты ради себя должен играть, ради меня не надо. Мы-то с тобой, возможно, в первый и последний раз попали. Тебе-то дальше играть и жить с этим, понимаешь? Лесок у нас нормально разваливается. Душим лес. Просто я не знаю, чё там вот это вот нытьё, типа, ну не играл на тройке. Я тоже не играл на тройке, я ненавижу играть. А, там уже башни нет. Да не, левай, долбоёб. Нахуй. Тут башни нет на 4-й минуте, урса, блядь, 4-го левела сломала нахуй. Когда урса на 4-й минуте ломает башню, это как-то даже не то, что жестко, это как-то странно. Ну, типа, я такого не видел еще. Ну, блядь, это очень странно. Почему-то союзная урса, вы помните в прошлой игре, я ее всю игру не видел. Там чувак бил лес, ебать, и фидил кому-то. Фаст вангард, кстати, готов, варды есть, все нормально. Нормально играем, на чиле, все хорошо. Понимаете, я считаю, что... Слышишь, Стрей? А, чё? Ну ты засолишь? Да нет, скорее всего.
я честен, как бы. Вряд ли. Блядь, чё они побегают? Ну тут просто Лусап это 2 решил побегать. Блядь, заебали типы, которые живут на магазине. Вот реально, какого хуя Шейкер и Лусап, блядь, просто стоят АФК на магазине? Просто там Шейкер под ним, отойди. Почему, блядь, мои тиммейты не стоят АФК на этом магазине и не убивают всех курьеров, которые там летают? Какого хуя два врага, блядь, вот тут вот нахуй бегают? Говорит, ты засолишь, блядь. Какая нахуй соль, блядь, в этой игре? Я на аксе лесном. Не, я могу засолить на лесном аксе, но мне нужна минута 13, чтобы начать это делать. Я принесу себе блинк вангвард и буду солить. Кстати, 1-1, 0-1. Тут, короче, один фраг, тут 0 фрагов. Ебать душат. Ебать. Шейкер, видели пиздюля на 0 урона, блядь? Поэтому, братик, я не знаю, что делать. Да я отомстил за себя нормально. Стрей, слышишь? Ау, чё, чё? Как ты к гулям относишься вообще? Ну, типа, за XC там, койл-койл. К Dead Inside'ам, которые? Да-да-да-да-да. А ты один из них, только честно? Нет, нет, ненавижу SF-ов. Ну, SF это герой, а, понимаешь, гули это, как бы, состояние души. Ребят, можешь его прихуярить к чему? Хорош, хорош. Ну, брат, что, удачи, я тебе хочу пожелать. Копье дашь? Ебать, он копье дает, конечно. Если бы раньше дал, то Марс бы... Я дал копье. Хорош, хорош. Вот. Не, я про лайсера говорил. Если бы он раньше дал копье, то ты бы выжил. Давай, хуярь его. Хорош. Какая-то команда у меня слабая, мне кажется, в этой игре. Блять. Опять под пивасы, нахуй, или что? Я понять не могу. Походу, опять команда под пивасов, блядь. Что делать, если в команде под пивасы? Так, на самом-то деле, фастблинг готов. Практически. Это при том, что мне мешали, плюс я умер один раз. Но я инициацию сколько делал, я помогал всем линиям. Сейчас, меня Дима зовут. Я это самое, сейчас блинк делаю и готов инициировать. Димон. Гнобим, сейчас будет все. Сейчас я блинк доделываю, у меня 50 золота. И начинается гнобление. Все, блинк готов. 13-я минута, ребят. При том, что максимально тяжело было. Хорош. Ну, все равно не убьем, брат. Ну, не убьем. Ну, вот правда не убьем. Я своих не бросаю. Это Шейкер смока нажал. Хорош, прогиб ему. Шейкер без блинка. Сагрю. Смотрите, пошла жаришка! Давай, высасывай. Давай, байчу. Минус койл, развел на койл. Давай, сейчас на разврате. Да, блядь, откинул на прогиб, я бы сагрил сейчас. Ладно, разврат пошел. Давай. Хорошо. Ой, за XC гуль, блядь, что творит? Ебаш. Хорошо! И консерву тоже разъебать. Я консерву. Консерву хуярь. Отомстите, пожалуйста. Не, нахуй! Чисто вскрыл. Ну, просто, сука, вскрыл консерву, нахуй! Сюда! Тупо сайра ебаная. Пользуясь случаем, хочу передать привет всем завачаням. Мы с вами, ребят. Блин, у меня самое 1000 игр на пофетке, короче, я вот специально готовился к этому дню все это время. 7-2, пацаны. Спасибо, что ты попался за меня. У нашего мидера больше фрагов. Тебе спасибо, брат, лучший. Я сагрю. Вот так вот. Блядь, это чуть раньше надо. Нахуя вот меня эта вафля юлит приходит? Вот я могу сделать фраг, а эта дура меня юлит. Анскилл какой-то на эсэфе. Руинит фраги мне изначально. Вопросы по скиллу задаем. Так, ну я с арены съебался, там начинается вот такой штук. Уходите, парни. Есть мана немножко. Развел на ульт. Не! Вопросы. А вопросов быть не может в такой момент, потому что это было слишком... Стрей, а дай пятюню чисто по приколу. Держи. Спасибо. Да он теперь мыть не будет. Слышишь, Стрей, у меня одноклассник что-то тебя крысой называют. Ну, не знаешь, чё он так?
О, это называется актерские. Знаете, вот, когда со мной на стриме попадается... Ну, к чему это вообще? Поначалу, если он не знает, что я с ним, он молча играет. А потом, когда он узнает, у него с каждой минутой игры начинают все больше и больше открываться актерские способности. Вот, знаете, сейчас актерское мастерство у парня уже где-то на 40% от максимума. То есть, поиграем еще минут 30, в принципе, там проснется такой КВНщик, нахуй, что просто будете смеяться и улыбаться, блядь. Старая, ты можешь сама эту запись не удалять? Я хочу всему классу показать, что я с тобой попался. Пожалуйста. Догоняет, догоняет. Ну, этот, знаете, послабее актер, но все равно чувствуется, что уже реально близко к показанию уровня. Блин, осторожно, 20 секунд до ульты. Скоро уровень будет показываться. На прогиб его. Два раза зарубил медведя, пацаны. И кто здесь нахуй охотник? Скажите, кто здесь охотник? Просто два раза на медведя ходил. Дважды, блядь. А где мана моя? Что за хуйня? У меня маны нет. Пацаны, хотите, я вам кое-что покажу? Инвизом. Пахнет инвизом. Я не знаю, я ни с чем не могу этот запах спутать. Разве что с ДДхой, блядь. Что-то в последнее время руны сломались. Кстати, вышло, походу, туда. Слышишь, Dungeon Master? Вы... Можете плеточкой? Че он ко мне пристает, блядь? Ой. Ау. Что творим? Что-то от меня хотят, пацаны. Ну чё, я предлагаю попиздиться. Арена есть. Да поехала! Блядь. Сука. У меня пролагал FPS. Реально, кадр остановился. Нормальный парень. Кадр остановился, и я думал, что я дальше. Ну, короче, понял. Я думал, что я ближе, чем я на самом деле был. То у меня нагрузка на видях какая-то. Некоторые моменты есть, что... Бля, бля. Ага, вопросы по скиллу на реакции. Тут предотвратил ультсеп, все видели. Прости, прости, не хотел, срай. Да все нормально, я не поставить. На фразе играю. Ой, нормальная арена. Почти троих сагрил. Ноль прокруток. Ну ладно, шейкера с собой забрал. Бля, почему осликом нельзя убить ослика? Понимаешь, вот я вот хочу его убить, например. Почему он не дамажит, блядь, ебучий ослик, настройки, сука. Короче, все испортили мы. Иди-ка сюда, я тебе еще плеточку. Не надо меня. На СФ плюс есть? Да, ты сол. Вы видели, что произошло сейчас? А ну-ка иди сюда, блядь! Чёрт! И шо? На кого ты? Выёбывался, блядь. Блин, это хейтер, лупим его. Нихуя себе, хейтер на шейкере. Вы видели, волну на меня наслал? Вот эта хуйня за мной летела. Тупо управление на читах хуйни. О, барахи. Куда-то исчезли барахи. Команда ебаная. Че, против СФа, прикольно. По скиллу вопросики задаем. Они в страхе все. Давайте, парни. Все. Понимаете, насколько я разъебал? Пацаны, что не так идет? Можно уточнить, почему проигрываем? Есть аналитика? Думаю, все пошли смотреть твой стрим, и никто не играет, поэтому... Не, давай. Смотри, рассказываю. У нас два чела пушили бот 27 минут. Давай, прыгай. Прыгай. Так, настоящий? Добивай. Русу, русу, пацаны, русу ловить. Так, урса горит. Блять, тут фингер бегает. Я бэкаю, короче, тут тяжело. Так, а накидку мне не дадут? Блин, я что-то вообще не вижу лансера в игре. Он что-то... Курсан не... изумрёт. Он в страхе падает сейчас. Давай, давай, давай. Эфа. Вот СФ. Сагрил. Чисто на ход. На ход. Да не, нормально, нормально. Я на ход, да, дал чисто для боевой... Понимаете? Для боевого духа команды, нахуй. Чтобы они не расслаблялись. Сагрил. А можно плеточкой тебя один раз? Не-не-не, себя лучше. Давай себя. Стрей, дашь мне эту шмоточку?
Блять, а вы заебали у меня забирать шмотки, а я в чем ходить буду? Да ты с донатов себе нафармишь на шмотки. В смысле, блять? Ну, кстати, донатов, да. Нахуй. Мне никто не донатит. Как же дети в подвале? Блять, актерское мастерство, оно, по-моему, немножечко хуже и хуже становится. Осуждаю. С каждой минутой. Шмотки пытаются забрать, понимаете? Забил. Пошла жаришка, развел на уши. Развел на БКБ УСУ. Ну все, импакт сделан. Еще и поджог шейкера, то есть он в любом случае умрет. Теперь пусть команда что-то делает. Ну, команда у меня под пивасы все-таки оказались. ГГ-шечка. Ну что, пацаны, мы сражались неплохо. Мне понравилась эта игра. Согласись, я вот старался. Да, я видел. Хуйня. Давайте последний файт, пацаны. Последний файт. Он трудный самый. Ну я все, я, по-моему, я пофайтился. Но я троих сагрил. Да, у меня байбек есть. Могу еще раз сагрить. Вопросы по скилу. Если они остались, конечно. Ебать, а куда лицо делать? На мне совсем нет лица. Не. Хуяли. Не. Не, ну 10-5 нормально отыгрываю. Ебать, не повезло. А, шейкер не может с арены Марса выпрыгнуть на тотеме, прикиньте. Я вообще думал, что может. А он, оказывается, головой бьется. Вопросик. Блин, зачем он его на прогиб берет, если он багает? Пауза, пауза. Хорош, хорош, пацаны, адепта. Попасть с троем и проиграть, это невозможно, но пацаны, давайте поиграем. Ебут! Минус ВК. Минус Урса. Вопросы. Вопросики задаем. Против двоих в соло дрался, забрал Урсу. И сбил Урсу ВК. То есть следующая смерть это Аегис, а следующая смерть это Таверна. Смотрите, это Аегис вылетает. Ну погиб, где? Ну погиб, ты его можно взять. Хорош, пацаны. То есть получается я сейчас в соло драку выиграл. Потому что если бы Урса выжил, то были бы проблемы. То есть примерно 5% на победу мы сейчас имеем. Вот. Спасибо за бьюшку. Вопросы по скилу. Троих сагрил соло. Ребят, база, база. Ну да, давайте, давайте. Здесь Лёрик уже. Давайте, я давайте. На СФА. СФА взял. Трогаю его. Как же мы его потрогали хорошо. Радиус мне не нужен, потому что я агрю идеально. Ну, типа, мне не нужен радиус агро, потому что я агрю всех 100%. Я умею чувствовать момент, ребят. Это на опыте приходит. Ну, когда у тебя опыт большой, как у меня, то момент чувствую максимально тонко. Врываюсь именно в тот момент, когда враг стоит и не ожидает этого. Видели? Провокация во время копья. Ну, давай, дам тебе шанс, пока что осуждать не буду. Здорово, братан. Блять, короче, проебал 100к на ебаном джибете. Да ты их должен мне вернуть, сука. Джибет это компания. Осуждаю максимально за такие высказывания. Черт на донатере, пошел нахуй. Больше шансов тебе не дам. Любая твоя голосовуха будет скипаться нахуй, черт. Ну типа, вроде мы выигрываем 54-33, но у нас голый трон. Вот там сладкая булочка бегает. Ну, по идее, мы это должны выиграть, вот честно скажу. Учитывая, как хуёво играют противники, учитывая, что там... Вот, понимаете, вот сравните лесников. У врага в лесу был ВК. 2-8-8. У меня 14-6. Понимаете, насколько мой импакт выше, чем его импакт? И при этом мы почему-то проигрываем. Что это значит? Это значит, что у меня команда под пивасом. В очередной раз это доказывает, понимаете? Он нас байтит, под шейкера байтит. Рядом, не стойте, блядь, шейкер бежит. Тимбера мы хуй убьем. ВК тут.
Я пытаюсь наладить с тобой отношения. Но ты сосуждаешь и осуждаешь что-то постоянно. Не кори себя за такое поведение. Ты поправишься. Слово «отшлох» тебе говорит о чем-нибудь. Блять, я осуждаю максимально. Нужно 100 рублей. Все твои слова в донатах. Ладно, пошла. Жаришка. Цены 100 рублей нужно набрать. Блять, займи кого-нибудь. Цены, скиньте донатов, блин. 30 рублей, 38. Так, как убить Тимбера в этой игре? Ну просто, что нужно сделать, чтобы умер Тимбер? Кто-нибудь расскажет? Ну реально. Алиша, чатик. Всем привет. Давненько не залетал. Вопросы по всему. Даем? Удачи тебе, братья. Нормально, нормально, нормально. ВК, ВК убить. Блять, там работяги в том стреляли. Блин, я, по-моему, сейчас соло-драку выиграл. То есть, сколько я агров дал в пятерых. Просто вопрос в том, чем убить Тимбера. Ребят, крыса трон бьет. Поймал крысу. Ну, сука, крыса ебаная. Ха-ха! Ребят, развалился, развалился. Поймал. У него ШБ в КД. Странный трек, кстати. Мягко говоря. И кто здесь солист? Они без ПП, когда получается эти два? Скажите, кто здесь солист, нахуй? Просто в соло ВК убил. И кто кого переиграл здесь? Просто сами скажите, ответьте. Кто здесь кого переиграл? Я буду пушить в ТП. Я, если что, на ТП-ке готов базу бэкать. Только чеп и молодежи. Ребят, я бэкаю. Хата горит. Хорош, хорош, все, хату дефаем нормально. Чтоб все у тебя было заебись. Желаю. Просто я пока, знаешь, не особо знаю, как на это реагировать. Это жестко. А, не доломайте трон все равно. Давай трон попробуем. Мне такое ощущение, что у нас скрыть от тронса. Там ВК по низу идет, ребят. У нас глиф еще есть. Так, минус глиф. ВК на мне. Там еще уста есть. Шейкера сахар. Хорошо. Ой-ой-ой. Умирать нельзя мне. У меня байбека нет. Лансер, я бэкнул. Возвращаюсь, брат. Своих не бросаем. Троих сахар, все видели. Пусть ему мне нужно закинуть, чтобы прорекламировать свой канал на YouTube. Может, блядь, есть какой-то прайс. По-блядски не хочу. Блядь, ну я лансера с... 7+20. Олег Олегович Олег. Вкусных членов сзади. Сладких мальчиков на ужин. Бабушкам ведро жемчуг не пить. Лучше Сидор. Осуждаю. Я не пью. Осуждаю быдло на донатере. Я не могу сейчас. Я ничего не слышу, братан. Что ты говоришь? Осуждаю максимально. На всякий случай. Испугался кого-то. Хорош, хорош, хорош. Гоу в трон. Не сдаст, можем его убить. Я заебался. Так, там шейкер без эхо. Так, ну я уже видел. Смотрите, крыса бежит поверху. Ситуация. Есть телепорт из-за чего? Привет, родной. Это я тот со сломанной рукой. 30 числа снимают гипс, скорее всего. И хочу поздравить того, у кого родилась дочь. Здоровья и крепкой жизни тебе и дочери. Шейкер оставил. Это трон, просто, просто трон. Трон, трон, трон. Ебать, мы это выиграли? Ну да, трон. Я сагрю. Ну ладно, с трейдом. Я сагрю, бейте трон, я сагрю сейчас. Трон, трон, ломайте. Сагрю. Вопросы последние задаем. Трон, парни. Сюрприз. Спасибо за игру, пацаны. Мамки, папки, блядь, привет, короче, пацаны. 55 минут игра, просто победка на Аксе, нахуй. Победка на Аксе. Не, на самом деле, ребят, я же говорю, если я иду в лес, то победа практически обеспечена. Практически на 100%. То есть 19-8-28. Вот такая у меня статистика, ребят, чтобы вы понимали. На Аксе, в лесу. Сколько урона я нанес? 70 тысяч. Знаете, кто нанес урона больше, чем я? Только один персонаж на карте. В скобочках 2. Во-первых, это Тимбер, за счет того, что он меня же рубил на 2000 урона с первого скилла. И бомжа нанесла 87 тысяч урона. Все. Впитал я максимум. Вообще, все по красоте. Понимаете? Все по красоте.